Так, Алексей, сейчас мы, у нас что по плану-то сегодня? Мы идем сейчас на Антонову гору. Будем да, собираться. Сейчас мы дойдем до поста охраны. Да. Нам там выдадут лодку. Да, обещали выдать лодку. Переправимся на ту сторону. Да. Там есть родник. И попробуем подняться на Антонову скалу. Как это все будет происходить, легко или тяжело? Только покажет время, да? Да, все, ребята, мы идем. Сейчас спустимся и будем переправляться на ту сторону. К сожалению, одна лодка здесь, и будем переправляться по очереди. Сосна под уклоном 45 градусов держится за счет корней. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучший дома на свете нет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучший дома на свете нет. Вода реально теплая. Вот с утра ребята купались, я потом сам пошел умываться. Прям водичка теплая. Хоть и ночью 10 градусов тепла. В дневное время до 40 доходит. В дорогу набираем родниковой воды. Потому что наверху пить захочется однозначно. Что мы с собой взяли на подъем? Вода и лепешку. Насколько у нас затянется этот поход, тоже как бы никто не знает. Так, как мы поняли, маршрут пока будет проходить вдоль реки до подъема. То есть мы сейчас будем идти между рекой и лесом. Потому что нам сказали, есть где-то тропа, но мы нашли тропу. Вот это единственная, которая натоптанная, которую мы нашли. Поэтому по ней мы и будем идти, подниматься. В принципе, подъем начинается, вот она уже скала, как бы видно. Поэтому мы решили через папоротник подняться. И думаю, что сейчас будет подъем непосредственно на скалу. Все правильно получается у нас? Мне кажется, тупиково. Есть тропа туда. Но мы решили подниматься здесь. Опа-на. 5 минут, и мы уже на какой-то возвышенности есть. Дыхалочка уже немножко напрягается. Ну, идем дальше. А, что-то мы подустали. Сейчас здесь у нас перекурчик. Перекурчик. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут камень ходит. Вау. Охереть. Вроде 5 минут, да? 6 минут поднимаемся. Серега, пока тормози. Серега, тормозим здесь. Так, немножко передохнули. Страшно. И продолжаем движение дальше. Восхождение. У меня руки, к сожалению, не свободные. То есть приходится держать вторую камеру. Чтобы вам показать вид сверху с хорошим фокусом. Вот. Так что идем, идем, идем. Муравейник. Смотрите, какой большой, но муравьев так глобально не видно. Хотя есть муравейник. И запах сосны ощущается. Смотрите, куда мы идем. Ба-бам. Высоко, вот реально высоко. Вот куда, а то нам предлагают.
показываю. Я блоги хараю. Надо, пошлите. Так, ну что, мы дошли до второго перевала. Сейчас отдыхаем. Фух. Вот смотрите. Подползать буду к краю. Но уже красиво. Короче, перекур 5 минут. Вторая передышка. Ну, уже выше деревьев однозначно вы поднялись, да? И к краю подходить, ну, лично мне немножко страшновато. Вестибулярный аппарат, к сожалению, что-то работает как-то не в мою пользу. Сейчас будем подниматься мы дальше. Пока вот, посмотрите, а потом можно будет сравнить, когда мы поднимемся максимально. Но я думаю, что мы получится у нас подняться максимально. Но красиво. Красиво, красиво и страшно, ребята. Ладно, движемся дальше. Итак, поднимаемся мы дальше. Алексею клиенты по ремонту движка звонят. Вот, даже в горах решает, помогает людям по ремонту движков. Так. Ну идем. Уже все выше и выше. И уже, конечно, напряг ногам, мышцам. Потому что работа сидячая. И организм не готов к таким преградам. Сейчас мы с вами идем. Возможно, вы не ощущаете подъем, на который мы поднимаемся. Вот если так, давайте. Так, вот здесь у нас... Ну иди там в теньке, жди. Еще привал. Так, Алексей у нас пока немножко сдался. Третий привал у нас закончился. Алексей, ты как, двигаешься? Посмотрим. Понял, пока отдыхаешь. Пока отдыхаем, да. Все, мы пошли. Ну уже вообще страшно, ребят. Потому что останавливаемся. Вроде бы привыкли. И дальше идем. А тут, смотрите, вообще уже жестко. Просто жестко. Еще руки заняты. Ты, вы что ты это, как-то... Серега, может, ну и нахрен туда идти? Не, уже по краю идем. Пока не знаю. Короче, все. Решили спускаться. Что-то... страшно. Страшно, по краю обрыва, там... Так, сейчас надо перчатки, что ли, девать. Что-то мы перчатки взяли, а не пользуемся. Так, малыш, пошли вниз. Ёпта. Короче, все. Сейчас здесь одна от... туда не уходи. Сейчас здесь отснимем. Не, ну реально страшно. Просто страшно. Шутки шутками, но безопасность, понимаете, она дороже. Нет, факт в том, что если были бы мы... Артем, пошли, спускайся. А вот где надо обойти? Все, вот. Вот сейчас камни, тут все четко. Ну, все равно пойдемте вниз уже, все. Сволочь. Все, вниз идем, возвращаем. Наверное, окончательная точка подъема. Ну, я не знаю, Сергей, жена Алексея, они пошли дальше. Сын у меня тоже может, но, знаете, когда страшно, надо, чтобы было все в удовольствии. Вот, поэтому мы выше, ну, не то, что боимся, но внутренний голос говорит: Виталян, все, стоп, нехрен туда идти. Очень страшно подниматься, идет тропа вдоль края, вот так вот, понимаете, ну, ошибешься. Кому потом будешь все это доказывать? Да. По крайней мере, мы докуда-то
добрались. Сейчас давайте фокусом посмотрим. Ну вот зашкаливает адреналин. Очень красиво. Вот это смотрите, вот эта платформочка классная прямо. Да, сейчас. Вот здесь у нас пит-стоп. Здесь вот сосна. И мы здесь пока остановились. На этом, я думаю, что восхождение на Антонову скалу, лично мое, закончилось. Не знаю, как там ребята куда-то пошли дальше, но я лично все. Как считаете, лучше пойти на риск или лучше, чтобы было безопасно для своего здоровья? Я вот решил остаться здесь безопасно, потому что нам еще спускаться тоже как это уже не подъем, ты поднимаешься и не видишь, как сзади идет удаление, а сейчас надо спускаться, то есть ты будешь бежать, в принципе нужно будет тормозить, нужно опять же спускаться задом, да, нужна опять же хорошая обувь. Вот мы не какие-то там альпинисты, блин. Так, а вот давайте вот сейчас на ту сторону посмотрим, что там. Что звать бесполезно, я зову, что не слышно. Он не спускается, кстати. Походу мы до вершины, Виталь, не дошли метров, наверное, 30. Ну, может быть, метров 30 не дошли, но... К сожалению, я не могу. Итак, теперь еще у нас предстоит спуск. Мы сейчас спускаемся. Пойдем потихонечку. К сожалению, не все у нас одолели это восхождение, наверное. Вот, сейчас будем спускаться. Теперь спускаемся. Ну а что, мы же все равно молодцы, да? Вообще как не так. Осилили и... Осилили и, блин. Да. Тём, давай я буду... Я не профессионал, даже не буду. Буду замыкать. Я считаю, это, блин, неплохой показатель. Да, конечно. Вот, не знаю, когда я стою возле людей, которые боятся, у меня тоже появляется такой страх. Страх. Просто я последний раз в горах был лет 15 назад. Ой, тебе так страх. Все. Давайте, я иду замыкающий. Конечно, многие могут сказать... написать, что да я бы, хотя есть люди, я знаю, мы в том году ездили, видео тоже есть, в пещеру, и Сергей, Цибарт фамилия его, вообще ничего не боится, стоит на краю, может стоять на краю, и я там цепляюсь, но это все наши внутренние страхи. Но спускаться, конечно, полегче. Здесь не то, что прям круто. Ну и уже знаем, что идем к дому. Сидим, обсуждаем то, что нужно чаще подниматься, чтобы вестибулярный аппарат у нас привыкал, да? Привыкал к высоте, потому что вот я последний раз в горах лет 15 назад был. Ну, восхождение было намного выше этой горы, там раз, наверное, может быть, 8. Не было такого вот, чтобы там вот тряска. А сейчас вот с непривычки, конечно. Конечно. Что мы со степей приехали, у нас там. Да, у нас. Ну, у нас там максимально. Там даже холмами не да. Ну, а здесь туда. Горы сразу, конечно. Надо. Поэтому тренируем вестибулярный аппарат любыми способами. Тем, в том случае, и вот восхождением таких вот. Чтобы не было нюансов на вершину. Да. А когда вы первый раз, и вас страх зажимает, все, останавливайтесь нафиг и не надо рисковать. Самый пиковый момент, страх вас, да, страх вас пересилит, и вы ничего сделать не можете. Мозг выключает, блин, и все на этом. Это я в том году на себе проверил. Это лишь бы паники не было. Так, ну что, подведем итоги. У нас вот Серега смог подняться. Вы что, прям до верха дошли, Серега?
Ну там доверху, знаешь, там полога можно было, просто лень было идти уже. Ну метров может быть по высоте метров 5 может быть не поднялись. А так практически на самом коньке. Да, то есть дошли. Вон та самая Антонова скала. Ну, возможно, есть другие подъемы. Не мы шли по краю, по кромке. Возможно, можно пройти по лесу, да, наверное, Серег? Ну, я думаю, по лесу не знаю. Там, по-моему, больше альтернативы нет. Да, или вот так. Ну, по крайней мере, мы попробовали. Сейчас мы переправляемся обратно. Идем в лагерь. Немножко передохнем. Ну и что-то будем новое думать. Что-то вам покажем. Чтобы понять, где мы были. То есть вот здесь мы все поднимались. Вот, подъем. Там мы встали. Но Сергей, супруга Алексея, они дошли дальше. Вот. Но мы побоялись и, в принципе, спустились назад. Переплыли. И сейчас уже идем в свой лагерь. Вдоль берега шли, увидели такую приблуду. Это называется баня. То есть просто с палок сделано, накрыт целлофаном. Сейчас попробуем зайти. С какой стороны вход? Не вижу. Вот здесь, наверное, вход. Да, он закрытый. Ну, давайте вот так для вас приоткрою. Ну-ка, подержи, Артем. Вот это баня. Сейчас зайдем. Оп. А дай сюда заходить. Можешь заходить? Ну и вот. Сейчас мы находимся в бане. Типа печки, камушки. С какой стороны поджигаются. Вот. Дровишки ложатся. Камни нагреваются. То есть ее прогреваешь. Так как температура здесь остается, в принципе, тепло, он даже денег у людей. То есть такая бесплатная на берегу. Вот кто-то сделал, молодцы. Большой респект. Можно затопить. Температура нагрелась и можно погреться. Ну вот, как-то так. Камушки выложены. Ну, кто-то постарался. Вообще пейзаж хороший. И не так все просто. Тут водоросли такие. Идем в тапочках. Потому что камни, ну, ногам больно. Итак, дошли мы так до середины речки. Тут теплый. И вот с камня сложно такие пирамидки. Вообще по красоте. И вы понимаете, она сдалека выделяется. Это примерно как вот так вот выглядит, смотрите. Там на земле, пап? То есть, видите, сложно. Красиво, красиво, конечно. Он тут прям теплый. Вода настолько чистая, что видно мальков и рыбок. Видите сами, да? Так, что мы сейчас придумали? Пошлите, вам покажу. Помните, вам показывал камушки? Мы решили истопить баню. Не стали заказывать баню, которая здесь 500-700 рублей за час. Смотрите, смотрите. Итак, что решили? Вот сейчас мы мангал доделаем. Да, камнями сейчас заложим, нагреем их. И потом вот эту... Да, здесь подувало мы сделали, чтобы тянуло. Он Леха посоветовал нести темку. Вот здесь подувало, вот камни мы притащили. Посветим, видишь? Угу. Все. То есть камни нагреваем, потом вот такая конструкция.
Ну, здесь-то многие ребята это делают, как мы поняли. Вот у Алексея есть такой чехол. И потом вот это сейчас все веревкой обвяжем. Камни нагреются, когда дым перестанет. Эту конструкцию переносим на камень. И будем с вами париться и прыгать в воду. Лишь бы дров было побольше. Ну да, дрова-то есть у нас. Процесс нагрева камней у нас продвигается таким способом, что здесь жар очень сильный. Еще немного. Да, камни нагреются. А что, если вот этот камень тоже наверх положить? Можно же, да? Нет. А, вы удерживаете. Все, понятно. Короче, вот эти главные камни. Те не главные. Да. Все, нагреваем. Друзья, как видите, низ бани у нас открытый. Мы не рассчитывали, что будем париться в бане. И дополнительного полога, брезента или стрейч-пленки у нас не было. Если бы мы низ закрыли полностью, то прогревалось полностью бы тело. Многие считают, что для того, чтобы попариться в походных условиях, необходимо наличие специального оборудования и обладание специальными навыками и знаниями. На самом деле, походные бани или дикая баня с печкой возводятся очень просто и не требует практически никаких инструментов, кроме тех, что, как обычно, мы берем с собой в поход. Топор, лопату, самое главное, брезент, пленку или стрейч-пленку нужно брать с собой, если вы планируете топить баню. И вы получите удовольствие от такой бани с легким паром. Очередной брод, камень крупный, вот прям камень крупный лежит. Я первый поехал, уткнулся прям в камень. Сейчас Алексей пробует. Ну, глубоко. И камни крупные, вот прям камни крупные. Так, смотрите, как нам объяснили, кто-то строил домики для пасеки, вот, но до конца так и не смогли достроить, либо денег не хватило у людей. Но это уже мы переехали брод и на другой стороне Белой реки. Правильно, река Белая же, да? Да, река Белая. Вот, ну и посмотреть, просто интересно было. Загорожено забором все это хозяйство.
Вот, но, как видите, деньги потрачены. Брус, конечно, красивый, хороший. Вот. Просто интересно посмотреть, зайти. О! Вот, смотрите, доска, все. Да. И третий домик вот стоит, тоже закрытый. Ну, смысл в том, что просто не хватило денег или возможностей у человека, и что-то как-то не достроилось. Вот. Вот река Белая, пост охраны, где мы находимся. Стоянка, то есть въезд. Мы проехали здесь. Ну вот так вот. Везде свои трудности. Поехали дальше. Итак, мы заехали на ту площадку, но дорог там нету, вообще дорог нету, поэтому прокатнулись, как могли, что нашли. Но глубокий такой брод, и течение прям хорошее здесь, очень хорошее течение. Так, тоже нашли. У нас в Оренбурге мало. Давай, Проболев. Посмотрим здесь. Вот дастер, смотрите. Вообще, по красоте. Просто по красоте. У него колесо заднее, видел, как вывешивается? Почти достает. Ну, я тоже выехал. Чуть левее. Во, теперь прямо руль. Прямо, да? Блокировки сработали. Алексей нам показывает упражнение. Что у нас тут получается? Смотрите. На двух колесах, вообще на двух колесах. Охренеть, круто, вообще круто. Так, вот, да, вот сейчас получается. На двух колесах тоже. Вот так. Вот диагональ есть. Здесь видно там, да? Конечно. Хорошо, сними здесь. Лёх, стой, сейчас в другую сторону посмотрю. Здесь вот смотри, как вот просто смотри, прямо. Смотри, сзади не зажимает. А, сейчас гляну, да? Нет, не зажимает. Не зажимает, Виталь. Нету блокировки. Сейчас, по-моему, задевает. Сегодня покатались с ребятами, машина в пыли, тоже везде пылище, кошмар просто. Смотрите, все в пылище, все машины у нас. Дорога пыльная, слой пыли как-то. Вот, видно, я думаю, передает. Вот, ну Серега с нами не катался. Вот. Алексей и Дастер там. Дастер сегодня вообще показал
хорошие результаты. Вот. На кроссе хода подвески хорошие. Так что развлекаемся потихоньку, развлекаемся. Здесь наш лагерь. Сидим, разговариваем. Дрова у нас есть. Вот. Завтра будем супчик готовить. Вот такие дела. Речушка. Ну и скала сама. Сейчас будем ложиться спать. Так что пойдем спать. Давайте. Удачи.